это изобретение биозарядка. Она предназначена для мобильного телефона, GPS-навигатора, планшета. Как использовать? Достаточно сюда подкинуть дров, зажечь их, подключить мобильное устройство. Да, действительно, телефон заряжается. А пока он заряжается, можно, например, вскипятить воду. Такая биозарядка будет иметь успех у тех, кто ходит в походах, да и в тех местах, где нет электричества. Я сам турист, хожу в походы часто, и часто разряжают смартфоны, потому что бывает, что на неделю там ездишь, и нужно как-то заряжать, поддерживать связь. Я испробовал много всяких солнечные панели, батареи, вот. Все они мне не понравились, долго заряжают, там ждешь солнца, и решил собрать что-то свое, в итоге получилась такая печь. Зарядка состоит из печки и самого генератора. Печь сделана из нержавейки со сплавом титана. И сам генератор, который одевается сверху и генерирует электроэнергию. Ну, обычный смартфон заряжается час-полтора где-то. Да, мы много очень тестировали ее в разных условиях. Мы летом ее в болото топили. Вот, через неделю приходили, доставали, вытряхали оттуда все и начинали жечь, она также продолжала заряжать. Вот зимой перед Новым годом, когда было минус 35, мы выходили с оборудованием, тестировали, у нас умерли все приборы от холода, а печка продолжала работать, продолжала заряжать. Находясь вдалеке от дома, вы разжигаете здесь огонь, индикатор загорается зеленым, и можно начинать заряжать телефон. Зарядка идет, телефон заряжается. Также в жаркую погоду можно взять с собой вентилятор и в таких же удобствах, как дома, сидеть под прохладным ветерком. Также можете встречать Новый год в лесу, взять с собой гирлянду, подключить ее к генератору и встречать Новый год на природе. А недавно я был на молодежном форуме «Иволга» в Самаре. Там принимал участие со своим проектом, защищал его с технической стороны, с коммерческой и выиграл грант «Умник» 400 тысяч рублей. Сейчас мы работаем над улучшением конструкции, доделываем всякие мелочи, коробки, инструкции. Вот. И где-то через месяца-два, где-то к началу сентября, планируется, что эта печь появится во всех магазинах Уфе.